Алло, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Вот такие наушнички вот крутые, гарнитура Xbox 360. Да, да, да. Вот, продаете. А они хорошо слышно? О, ну это для Xbox. А я смогу их в компьютер ставить, там в дотку сыграть? Вот купил себе новый компьютер, в доту хочу играть, но без наушников не получается. Я думаю, вы в компьютерах не подключите, потому что там совсем другой разъем. А-а-а. Да, а те, которые... Переходники бывают к такому разъему? Ну вот эти, которые наушники за 130 гривен у меня. За 128 гривен, точно. Да, 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 да. Ну, к ним переходника нету. Переходник будет еще стоит тех же денег. Блин, а дадите за 59 гривен? За сколько? За 59 гривен продадите? На хлеб могу поменять. На хлеб? Да. Давайте на хлеб и недопитый пакет сока. Да, на хлеб и на пакет сока. Недопитый. Недопитый, да. Ну хорошо. А да, с пола хлебом вымаканный, типа вымаканный с хлебом с пола прямо, вот типа, такой типа с асфальта, типа. Ты ж, ну, на рачке ползаешь и вымакиваешь, вот так вот его, типа, а потом стакан выдавливаешь, короче, через ситечко, так, чтобы оно чистое было. Вообще дуренно, короче. А грязь этот, это мякоть будет, типа, такой свежевыжатый фреш. Да, хлебный свежевыжатый фреш, да. Только сок, сука, березовый должен быть. Обязательно березовый. А с какого вы типа, города? А то я бы приехал, поменял. С Мухосранска. А, ну я сейчас на верблюде прилечу. Не выйдет, да, наверное, приехать. Но там недалеко, там, в принципе, если вы с Бердищева, то там, в принципе, тоже недалеко. Я хоть часа полтора, в принципе, на самолете, и я думаю, вы будете на месте. А, так вот я на объявление посмотрел из Деснянского района, я тоже. А, ну так нет, так Деснянский район и Мухосранск, в принципе, это ж, ну, это типа недалеко, это синонимы. Знаете такое синонимы? Проходили в школе? Ну, конечно. Ну, это слова, которые, типа, близкие по смыслу. А, так что подъезжайте, у вас, в принципе, да. Я через минут 10 вас жду. Хорошо, сейчас подъеду. Да, давайте, вылетайте. Давайте, сейчас увидимся.